Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале и приветствую вас не только я и, конечно же, привет. Александр. Вас тоже приветствует. И мы продолжаем проходить задание. Задание по грязной воде. Так, чтобы узнать, кто здесь нечист. Я надеюсь, что мы доберемся в этой серии до задания. Мы тут немножко уже приоделись в предыдущей серии. Так, что с вами, побежали тогда на этот, на двоечку? Тут ингибитор есть. Где? Ингибитор? О, нужная штука. Я открываю. Ах. Откройся. Я здесь пока карабкаюсь. Да ты не туда побежал, ты до меня. А-а-а, здесь высоко. Помнишь, Саня, я тебе говорил это, чтоб ты падать в присядки падал. А, в присядки, да, кстати. А я еще не прокачал этот навык. Да, я же прокачал другой. Я прокачал, чтобы... А как туда попасть-то? Через дверь. Да как слезть? Слазить, давай. А, Ctrl, во. А вот посидеть нажать. Вам доступно очко. Улучшение здоровья или... выносливость. Вот ты пошлянди, блин, да. Вам доступно очко, блин. О, там так написано было. Очко выносливость, да. Почему нет? Да, армейская печка. Выносливость надо. Кстати, я возьму сейчас вот тот молоток и попробую из него сделать электрический. Вот тот, который у меня желтый был. Потому что, мне кажется, второй такой дали. Да, у меня два молота вот этих вот. У одного урон 23, у другого 24. Давайте. Где ты этот молоток взял? Да вон на это, на полке лежал. А у меня его нету. А, 1.40 прочность, вот это нафиг выкинуть, значит. Нету? Ну у тебя там, другое оружие. Ты ж подобрал в тот раз. Что-то другое. Должно же быть что-то. Да, должно быть. Да. А у тебя что, нету ничего? Нету. Ну как так? Не знаю. Да ладно, хрен с ним. Так, хорошо. Где у нас молоток вот этот? Что можно сделать? Пустая ячейка украшения. Изменить. Могу заэлектричить, да? Нет, не могу применить. А почему? А, для молотка это не подходит, что ли? А, электрическая деталь мне нужна. Понятно. Сань. Ау. Возьми... вот это. Это что? Перчатки капрала? А, будешь капралом. А мне тебе что дать? Так, перчатки капрала. Ну, у меня перчатки медика есть. Урон, а, урон добавляет. Нет. А у меня этот, длительность чутья выжившего, урон тоже добавляет перчатки брата. У меня голдовые перчатки стрелка есть. Не, у меня получше, спасибо. У меня это самое. У меня перчатки медика, они покруче будут. Они урон больше делают. Еще у них скорость восстановления здоровья прибавляет. Так, а что у нас? А, по навыкам, кстати. Надо... А, фу. У тебя сапоги выносливость. Есть? У тебя сапоги есть? Ну, у меня там какие-то ботинки есть, да. Ингибиторы, так, вот здоровье он позволяет вам. Вот эти ботинки возьми. Так, здоровье или выносливость? Что бы сделать? Да что говорю? Блинство, а. Я сначала выносливость повышу. Сейчас сделаем так. Ботинки возьми. Так, ты мне берца, надеюсь, дал? Великим, ага. Калоши. А, подожди-ка, ты мне что дал? Так у меня, кажется, еще две пары, а я в одной ходил. Крепкая обувь у меня есть. А, ты мне дал эти синенькие, да, удобные кроссовки этого медика? Да. У меня стрелка есть. Так, скорость
получению опыта, что лучше взять, восстановление выносливости быстрее, кстати, урон плюс 2%, нифига себе, прикольно у меня эти штуки. Не, у меня фиолетовый есть, я это один крепкую обувь. Ну, если что, продашь. Пошли один. Ну, хорошо. Отлично. Так, мы еще малеха приоделись. Круто. Так, пока не стемнело, нам бы добраться все-таки до задания до этого. Хотя бы одно задание-то выполнить надо. Это точно. Во, нифига себе, глянь. Гангрена, что здесь? Я буду... Приманка какая-то. Слышь, Сань? А? Я буду как киндей с копьем. А что ж такое там, блин? О, копье. Нифига себе. Я тоже с копьем буду бегать. Это метательное копье. Как его метать? А, просто берешь и метаешь, да? А? Его можно только метать, а нельзя им драться, например, там что-нибудь такое. Не-не-не. Блин, а где мой... Дай... Блин. Ладно, я с молотком побегаю. У меня копье не берется. Я копье взял, обыскал чувака, и он копье под чувака под этого положил, под мертвого. Ну что это за дела такие, а? Ну разве так можно делать? Там кто-то ругается, на тебя что ли? Не-не-не. Там никак не выйти. А, не, подожди. Можно выйти. Давай, дай, отдай сюда. Не туда побежал, назад. Там же. Думаешь, там, нельзя выйти? Я. Там, где я, беги. А, вот здесь. Ты нашел выход? А, этой нету. Понятно. О, сон. Кто там головой бьется об стену? Так, сколько нам? Туда 218 метров. 101 метр осталось нам добежать до... Блин, мне кажется, он там сейчас обсерится до смерти, чувак тут. Он на работу уже давно выпил. Мы уже сутки до него бежим. Наверное, метро, площадь, ночное задание. Так, чё, так, чё, пошли? Да, бежим. Мне осталось 30 метров до него добежать. Где он там, блин? Зомби! Блин. Да здесь куча мертвяков. Да что ж такое-то? Так, где он? Ага, вот он, 6 метров осталось. Сань, ты там с кем-то воюешь? Вот тебе. Да что там происходит? Кто кого бьет? Что-то я сомневаюсь, что там зомби между собой воюют. Мы сюда. Так, нам сюда, да. Я сломаю. Я их хорошо. Ганс, открывай. Ты здесь? Взлом. Что, да? Дай-ка попробуй. Запрыгнул. Перебор. Ганс. Ганс. На-на. Чикачи, это что за этот? Ганс, ты здесь? А, требуются все игроки. Ганс что-то захворал. Я же говорю вам, там, походу. Это Анна какая-то. Там тетка. Ганс! Воду? Это не вода. А что это? Этот придурок, должно быть, снова перепутал бутылки. Кабы не шея, он бы голову потерял. Что значит перепутал бутылки? Он всегда берет с собой горючее, когда идет на охоту. Но выпивка здесь?
А значит, он взял воду. Где Упс. Он? А тебе-то какое дело? Вода, которую он купил у Джулиана, может быть отравлена. Он охотится у этой военной башни в сотни метров к западу отсюда. Или он во дворах? Я пойду к башне, а ты проверь дворы. Быстро! Погоди, погоди! Возьми самогон, на случай, если он уже выпил воды. То, что в этой бутылке, наверняка убьет заразу. Да? Ну да. Нифига себе, какая реклама самогона. Если вы отравились, выпейте самогону. Вам легче давай, станет. Давай грабим ее. Понял, Саня, да? Если что... И как она может здесь жить в таком клоповнике, на? Ничего то, что тут конец света произошел. Так, нам надо найти этого Ганса теперь. Иначе он выпьет воду и обсерится. Но если он выпьет самогону сверху, то все с ним будет нормалек. Так, новое место. О, новое место, кстати. Че и как это работает? Какие не следить. Ой, что я нажал, блин. Че? Кто меня стукнул? Где-то падла, который меня ударил. Ты не уйдешь. А, вон он, скотина. Ты че, урод? Охерел совсем, что ли? Дебил, блин. На землю, да. На облако! Идиоты. Тупорылые, блин. От меня не выйдешь. От тебя не уйдешь? Да я тебя не собирался уходить. И еще один. Если мозги на бекрень, то надо их вправлять. Дебилушка, блин. Опять меня. Нет, ну есть же такие идиоты, нахер. Зомби кругом, да? Он рыпается, да. Что-то, блин. Придурок, не придурок. Придурок. Так, ладно. Хрен на них. С этими дебилами мы разобрались. Так, пошли к этому засранцу. О! Давай-ка залезем на самый верх. Ты лезь будешь. Давай я слазю, ну. Ой, я устал. Нет, 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 нет. Ух. Сейчас я немножко передохну здесь. Так, и что, и куда мне надо карабкаться-то, блин? Сюда, правильно? Оп, да-да-да, сюда. Ага, понятно. Так, вообще-то я... У нас выносливости не хватает. Не, ну я-то прокачал выносливость, мне должно хватать. Проверим. Еще одну попыточку сделаем. А, бегал. Блин. Я тоже выносливость прокачал, я про него вообще забыл. Да эта хрень тоже наверх почему-то едет в этот момент. Да капец, мощика. Не хватает, Саня, капец. Почему-то они не... Надо, короче, нам выносливость прокачивать. Я тебя урою, уёб! Чё ты там орёшь? А сейчас мы это... Ты смотри, нарывается подлюка. Иди сюда. Иди сюда, скотина. О, нихрена, он улетел. Один удар, и он труп на один. Я тебе сейчас молотком, знаешь, как забардачу здесь. Еще один труп. Все, писесом. Нихерена себе, классный молоток. Ну что? Шутки плохи. Да, с тобой что? Давай.
зомби, это ты! Тихо, зомби. Ой, я кому-то черепушку проломил, кажись. Бандиты побеждены. Ты живой, Саня? Отлично. Я только пытаюсь получить приз. Так. Чего ты там получил? Очко. Нет, ну у меня же было написано, что бандиты побеждены. Кто там еще базарит? Ну понятно, это зомби. А там еще кто-то базарил. Друзья, а куда вот этот чудик делся? Будурочь, ё. О чем я думаю? Это то, о чем ты боишься думать. Не может. У меня плохое предчувствие. Чё? А чё, открываем этот сундук? Я такого не помню. А ты? Сундук, что конечно, он здесь делает? О! Да! Готов? Я ещё одного говнаря нашёл. Всё, ему писец. Так, я... Чё там? Гангрена? Нифига себе. Вот это жесткие ребята. Давай наверх. Скрабкаем. Да откуда они взялись-то, блин? Мы вроде сиквел перебили, нет? А это вот. Ну чё? Это другие чуди. Другие? Да они боятся сюда идти. А, да? Ну давай. Повеселимся. Да, блин. Ух ты, ё. Чё всё? Дарь меня. Иди сюда. Чё, без маски остался? Подлика. Воу-воу-воу, так легче, да? Подавись, ублюдок! Да, они уворачиваются. Немножко подлечиться надо. Так, подожди, я не понял. А, какие грибы вы, чё? Блин, я грибы съел. Я подлечиться хотел. Вообще-то. Может пойдем этого чика найдем, а? Найти. Что-то их дохера здесь, да? Я не знаю, мы завалим их или нет? Не. Завалить завалим, но это долго. Да, это долго, слишком много. Ладно, ублюдки, мы еще вернемся. Дырки. У нас есть более важное задание. Нам надо спасти чувака. Так. А, ты имеешь в виду Ганса, да? Ну, этого самого. Ганс? Ганс? Старый дурак. Ганс? Ганс! Да-да-да, я про Ганса имел в виду. Это ты смотрелся ли? Или это Ганс? Что был? Это Ганс. Так эти падлы за нами бегут. Ну и что делают, твари? О, сейчас полетит вниз. Полетел, все. Один труп. Кончился весь. Сейчас остальных также повалить нахер. Все. Ну что ты? Я пришел за тобой. Полетел нахер. Еще кто желает? Давай. Ушел отсюда. Ну давай. Ушел отсюда. О, Саня, все. Теперь они все подохли, они все внизу. Теперь можно идти трофеи собирать с них. Они пришли за своей смертью. Ну мата нет, что там поделать. Браслет. 16 монет. Сигареты.
Подожди, а их больше было? А, вот это повис. Нормально. Не долетел, но не... Образцы мутантов, кстати, неплохо. 74 штуки. О! Они что, они зомби обращаются? А, это было просто зомби. Зомбя тут была. Понятно. А что там, где там газ? Там, где там... Кто там этот... там? Кто, по... кто повис? А вот, наверху висит, видишь? Ну, вот здесь, прямо подо мной. Вот не вижу. Вот здесь. Подо мной, я внизу. Вот, я его скинул. Да, блин. Вот, над тобой прям висит. Вон, чувак висит, видишь? Красиво полетел он. Ты его скинул, что ли? Да я их всех поскидывал. Ну, они сами так захотели, что я могу сделать. Так, подожди, а где этот Ганс-то? На вышке. Мне тут... Иди сюда. Ага. А, вот он. Да. Ганс! Это ты, Ганс? Что нужно? Ты пил эту воду? Да, черт возьми. На вкус как моча. Она отравлена, отдать ему самогон. Так. Говорить ему то, что отравлено, да? Давай скажем. Черт. Ганс, возможно, она отравлена. Один глоток. А потом я все выплюнул. Кажись, снова перепутал бутылки. Какая разница? Какая разница? Ты всегда так спокоен, когда тебя травят. Кому я сделал? Уж точно не моей жене. Думаю, она меня больше не любит. Чё это? Выпей самогону. Это твой самогон. Держи. Твоя жена велела выпить. Любит она тебя? Да пей уже. Дурин. Херня. Что? Жена велела? Моя Анна? Она думает, самогон достаточно крепкий, чтобы уничтожить яд. Ха! Бабёнка моя! Меня всё-таки любят, несмотря на нытьё и жалобы. А говорят, романтика мертва. Держи. За то, что поднял настроение. И спас мне жизнь. Помочь добраться домой? Не, всё путём. Я с этой бутылкой ещё не закончил. Давай, Ган, смотри, только с крыши не свалить, а то сейчас нажрёшься и полетишь как... Может, он лёжа пить будет. Или сидит с трубочкой. Он дал 5 кожи. Ладно, пусть зреет в свой бинокль. Так, ну чё? Пьёт свой самогон. А мы пойдём. Сумку обыщи. А, я уже обыскал сумку. Так, нам надо идти теперь к этому. Ну да, надо бы. Тут, кстати, пока... где-то контейнер с ингибиторами... есть. А, кстати, да, мы же когда пробегали, тут что-то такое было. Секундочку. Нет, не получается. А кто ползет там? Что-то странное происходит. Добром это для тебя точно не кончится, говнюк. Ты же зачем ко мне идешь, дурачок? О! Да как так? Он меня с одного удара вырубил. Причем снизу. Ну не сука ли, а? Сюда никому... Да конечно ты сука! Саня, я тут валяюсь, истекаю кровью. Так. Лучше не суйся. Я тебя это... найти... Я тебя... А как тебе... А все, так... я уже помер. Блин. А как... я-то тебя только подбежал, блин, практически. Mm-hmm. Не, ну нихера себе, ты это... Просто не видел. Потом посмотришь на записи. Он просто меня с одного удара вырубил. Причем, находясь вообще снизу, я ждал, что он подойдет, начнет подниматься. Я просто его это самое нахлобучу. А что это было, я вообще не знаю, блин. Тебе подхилиться надо было. Он в тебя это... Так. Он в тебя камнем кинул. Камнем кинул? Вот собака. Офигел, ну. Я в следующий раз таким камнем в него кину. Сейчас я прибегу.
шлёпа. Бумс. Опс. Да ушел зомби нахрен, а! Ёкарный, ты нахрен, нахрен. Писец. Как меня забрасывал наверх. Перепроверить? Иди перепроверь. Это ведь не серебряк, что... Да, ушки. О! Тут какие-то заложники. Или кто это такие, не могу понять, что такое. Ого! Стоп! О! Надо чувака спасти. Давай, Машу! Охеревший, да, он? Да не, просто-напросто, когда на склоне крыши, ты скатываешься и бить не можешь. Так, я, наверное, не успею добежать. Не-не-не, я уже это... Понятно. Ромаш. Ну давайте, ублюдки, идите сюда. Да, мне нужно... Давай-ка еще выше поднимемся. Ты водишь, Гнида. 25 винтов можно, могу сделать. Давай, поднимайся нахер сюда, козлина. Сейчас ты красиво полетишь вниз. Минус один. Пошел нахер отсюда. А, минус два. Вот танк. Я на танке приеду. Все? Угомонились, твари. Так, зомби, тебя здесь только не хватало. Зомби ушел отсюда! Так, зомби еще один идет. Тихо, спокойно, дайте мне этих обыскать! Да не бей меня, зомби, блин, а! Да откуда ж вы тут беретесь-то, блин? Забятина! Вот откуда они берутся, зомби эти, а? Ну не было ж тут столько зомби. Браслет. Монетки, ну неплохо так-то. Так-то, в принципе, неплохо. Подожди, Сань. Да? Жду. Сейчас я тоже приду, оболтаю, ну. Ага, давай. Ну, я как раз здесь. Так, а где тут шлепок? Вот он. Блин, я не могу его обыскать. Так, хорошо. А ты кого там... А, за мной прицепились опять эти полудурки, блин. Я их вон поскидывал с крыши, они вон померли все нафиг. Блин, вечереет. Ты это, зомбаков погоняй по округе. А я пока поболтаю тут. Давай. Как быстро убийство это сделать? Где эти чёрт? А здесь только этот один. Причем с него у меня ничего не выпало. Вот он здесь. Вот здесь лежал один. Ну, с него ничего не было. Ха-ха-ха.
пошли это задание сдавать. Сдавать? Мы еще недавно выполнили его. Нет, мы его не мы сдать хотим, а то черножопого там повесят нахрен. Так у нас же еще мы же к этому не прибежали еще. Нам же надо было по заданию в два места прибежать. А я тебе про что говорю? Пошли к этому чудику. Да, идем, идем. Осталось 70 метров до него бежать. О, ромашку. Я сейчас буду делать аптечки. Блин, здесь зомби. Да в какой ты ромашке? А вот где я нахожусь, тут плантация неплохая такая. Тут мед, ромашки, грибочки. Ну, ща я. Гангрену взял он. Ну-ка, ушли отсюда. Смола. Да чтоб тебя. Смотри. Я им ноги сломал. Был бы гвоздь, забил бы прямо в затылок. Зомбятин не дай. Так, перья. Перья, кстати, тоже хорошая штука. Пригодится. Перья на потом. Хотя, ну, про запас. Запас карман не тянет. Так, чё, пошли этого. Суки, опять эти уроды здесь. Нам осталось тут 20 метров пробежать, чуть больше. Так, а что по оружию-то, кстати? Блин. Мне кажется, у меня уже молоток сломался. Нет, еще нормально. Неплохо держится, кстати, молоток. Так. Кустарная мачете. Вот это вообще с электричеством. Оп! Ты что, твою дивизию? Ах ты, сука! Тихо. Надо мне не насваливать. Он меня сейчас убьет. Так. Да ты, падла, откуда ты... Мне даже подлечиться не дают. Козлина. Надо с ними разобраться. Они нам покоя не дадут. Да вот, какие-то ублюдки лезут. Да. О, кстати, а что там на земле такое? Надо исследовать эту штуку. Это вот то, что. А, образцы мутантов, неплохо. Неплохое количество я забрал. Блин, а как отсюда теперь убежать-то? Что-то дохера этих уродов-то. Тут целая армия этих ублюдков. Да чтоб тебя, блин. Людина, блин, бегает там. За меня это ударили, блин. Так, это где? Иду. Блин, подожди, попробуй добежать. А все, я умер. Нет, не успел. Я ж тебе говорю, пошли задание. Готов. А я шел к заданию, за мной. Так ко мне прицепился один урод. Убегал бы. Вот что тебе? Ну что, сейчас по ночью бегать? Да мы уже здесь возле задания, тут 28 метров осталось. Хотя это грёбаный парк, блин. Так, нихера не вижу. Где я? Где ж фонарики? Да, включил. Фонарик, хорошая штука. Кто это? И
куда же он собрался? Тут ромашка. Блин, эти козлины сюда прям пришли, представляешь? А что тебе надо здесь? А? Тебе мое обращение не понравится! Так, ну что ты? А, около задания, да? О! Химикатор! Он там насрал, блин! Что за уроды, а? Блин, Масинска, у меня минута 45 у меня осталось. Да ну нафиг, не пошло. Блин, нифига себе. Все, мне надо бежать, короче, к ультрафиолету. Мне осталось полторы минуты. Иначе я обращусь в зомби. Буду плохо пахнуть. Нет, я так не хочу. Так, давай, давай, давай. У тебя грибы есть. А, потом точно, кстати. Это... Я ж тебе давал это 50 этих баллончиков. Да, я совсем про это забыл про это дело. Так, грибочки. Ладно, я побежал на ультрафиолет. А ты где? А, ты к заданию бежишь? Кстати, а на задании, там где задание, там будет у нас интересно, где можно будет ультрафиолет получить? А чтоб тебя. Кстати, да, надо бы, честно говоря, изготовить ремесло. Надо аптечки. Аптечки надо вообще повышать, по идее. Лекарство. Прокачивать надо. Так, чё, Сань, ты к заданию бежишь? А? Мне тоже. Буквально за тобой. За мной это... Не, блин, это... Я... Да ж кто здесь такие, блин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош. Так, где задание это, блин? Подожди, а где задание? Почему оно не отметило? А, вон, 30 метров осталось. Тетя. Давай вовнутря. Да, я очень надеюсь, что здесь будет ультрафиолет. Задание. Да. Металл, металл, металл. Так, ну чё? Дверь. Ага, вижу. Так, вот. Вот ультрафиолет. А, есть, да? Отлично, хорошо. Давай вниз. О, все. Хотя бы немножко обеззаразиться. Так. Что у меня, кстати, по этому? 23. Есть чем заэлектричить. Ты... Так, что он тут? Великолепно. Очередной вор воды. Этого только и не хватало. Из-за воров и зараженных я скоро разорюсь. У нас уже рассвет. Марко. Какой еще вор воду? О чем ты говоришь? Ты продашь отравленную воду. Нет. Человек по имени Джулиан говорит, ты продал ему отравленную воду. Я ничего не отравлял. Ясно? Джулиан утверждает обратное. Ты веришь тому, кто продал мне муку, смешанную с гипсом? Раз ты вор, может, разберешься с зараженными?
Мне нужно избавиться от этих тварей там внизу. Если откажешься, мне конец. Отравлена та вода или нет? Ладно, я избавлю тебя от зараженных, а ты расскажешь мне, что случилось. Идет? Конечно. Идет? Конечно. Идет. Идиот? Ладно. А вот это вот, вот это вот, как его там? О! Зомби, который там. Здесь сундук. Ну, он пустой. Так, сундук пустой. Так, ты ушел вниз? Вот тебе на. Вот смотри, этих собаков пытались. Эти трофеи. Собирай. Образцы мутантов, необычный трофей зараженного, да. Это прям трофейные мутанты. Да-да, это бегуны были. Еще один. Усилитель иммунитета. Хорошая штука. Так, требуются игроки. Что тут еще интересного есть? Надо все. Усилитель иммунитета. О, коктейль у нас. Усилитель иммунитета, где он? Ты его где-то взял? Да. А где? А где именно? Я его взял где-то, сейчас покажу. Так, коктейль Молотова. Где-то здесь, вот здесь. Так, а где его взял? Где-то здесь, да. Или здесь, на полочке. Там, через Q. Посмотри. Надо собрать там все, в любом случае. Через Q. Ну, этот... как его там? Обзор. Лезвие. Лезвие надо взять, да. Молот сантехника. Нет, это простое, нам нафиг такое не надо. Поменять. Не надо ничего менять. У меня хороший молоток. Мне мой молоточек нравится. Так, разбитая бутылка. Бутылки простые там. Ни к чему. Ну, вроде все. Я все пособирал. А ты? Так. Разбитая бутылка. Усилителя иммунитета вообще нет. Кстати, да. Надо бы, наверное, подлечиться, я думаю. А, время-то у нас идет. А, надо просто на свету оказываться. Это и все, да? Надо подлечиться. Да. Ну давай это, закрывай. Погнали, погнали. Ой, блин, сейчас зомбятина. Отойди, парень. Взять тебя за забор. Ладно, все в порядке. Тут за дверь выкинь. Так, что это за история с водой? Постой. Постоять? Из этих ебанутых пилигримов. Ебанутых? Теперь спокойно. Нужно быть отмороженным преступником или просто ебанутым, чтобы путешествовать по миру в полному зараженным. Ебанутым в хорошем смысле, конечно. Да. Итак, что там с водой? С моей водой все в порядке. На базаре отравился человек. Если он умрет, обвинят тебя. Ах, черт. Ладно. Это была случайность, ясно? Случайность? И все из-за этих проклятых воров. Воров? Они постоянно крадут у меня воду. Я больше не хотел терпеть. Поэтому я решил устроить ловушку. Ты специально отравил воду, чтобы убить бандитов? Не совсем. По крайней мере, не специально.
Недавно я убил здесь зараженного. И этот уебок упал прямо в воду. Всю воду испортил, сука. Почему бы не проучить этих воришек? Поэтому я наполнил несколько бутылок этой зомбятной водой и поставил их на самом виду. Они не должны были попасть на базар. Но, кажется, я напился и случайно продал несколько бутылок Джулиану. Я отдам тебе всю муку. И даже добавлю еще что-нибудь. Только не говори никому. Или мне конец. Так, а что насчет Джулиана, интересно? Ну-ка. Они обвинят Джулиана и повесят. И не переживай за Джулиана. Такой хорек, как он, всегда выкрутится. А если нет, на одного хорька в мире станет меньше. Да, так может быть... Договорились? Так может быть ты будешь хорьком тогда, чувак? Нет, я скажу им правду. Ну как это так? Я не стану врать, я расскажу на базаре твою историю о несчастном. И случае. На одного хорька станет меньше. Тогда никто больше не купит у меня ни капли воды. Я не дам повесить Джулиана за то, что он не делал. Нахер Джулиана. Нахер Джулиана. Ни херна ты, конечно, чувак. Гребаный хорек. Эх, ты падла! Кусок дерьма, ну ты напросился, мудила. Ну все, хорек, тебе пришел пенек. Ублюдок! Кусок дерьма! Подожди, Саня. Ну что, хорек? Как тебе это, а? Саня, убегай! Так, я вот тоже хорька там поджарю чуть-чуть. Совсем скотина охерел. Хотел подставить невинного человека. Получите! Смотри, он еще огрызается, а? Гнида! Омерзительная! Все. Писец, ублюдок. Работали. Ну, он охеревший, правда, был. О, нифига, у него мука. Нифига. У него мука, да. Так, чего? Давай теперь по-быренькому это... Добежим до базара? Не-не-не-не-не. Сейчас ночь. Сейчас ночь, да. Кирпич. О, я нашел кирпич. Ты чего? Так, это что? Стычка. Эта вода больше никуда не годится. Сань. Да. Так, подожди. Ну что, мы можем добежать до этого, да. Ну, туда полкилометра почти бежать. Точно. Мы охренеем, наверное. Ну ничего, к утру добежим. Не, ну нужно вон что сделать. Как его там? А, подлечиться, да. Пошли, это как бы... Безопасную зону сделаем. Сделаем безопасную зону. Так, беги со мной. О, тут ящик был. Необычно ценные вещи лежат. И обмотка. Здесь. А у меня две муки. И здесь мука. Еще мука лежит. Так. Пошли это безопасную зону. Чудим. Безопасную зону? Это нам надо... Так у нас же выносливости не хватает. О, давай этих завалим. Там это крикунья, по-моему, есть. Трофей с нее можем взять. С другой стороны, она быстрее нас завалит.
Да, ну пока мы слабенькие, да, давай немножко подраскачаемся для начала, да? Она уже здесь. Блин, она убегает. Кто там орёт? Вот она шустрая скотина, а? Где она? Она только что была здесь. А, вон она. Убежище ночного бегуна. Разблокирована безопасная зона. О, Саня, все, я валю ее, короче. Все, я ее завалил. Почти. Нам нужен стой, этот трофей. Стой там. А! Я упал. Сейчас я побегу. Собака. Где-то. Да по ней осталось один удар сделать буквально. Я ее почти пришиб. Ну, перекушай, иди сюда. Пойдем. Сучка, иди сюда. Блин, она удирает. Блин, ну этих ублюдков не хватало-то, а? Этих крикунов? Да где эта паскуда-то, блин? Да по ней осталось-то один удар сделать всего лишь. Она почти мертвая уже была, блин. Короче, она... Чё? Иди нахер. Да иди нахер, зомби! А, твою ж... Ну шёл нахер отсюда. Сань, держись. Держусь. О. Сейчас я это... Малёха выжил. Наверх вскарабкаю. Вон она рядышком, вон она, по ней один удар осталось сделать. Да ушел нахер, падла, твою собака. Какого вот хрена? Что это ты, Саня? Спокойно. Так, я опять ее не вижу, я потерял. Так, нам где-то там зону, а вот зона безопасная. О, все, я сейчас кварцевание пройду. Маленечко не хватило мне трофей забрать. Офигеть. Вот же, победить. О, 20 метров победить надо. Я погнал побеждать. Все, я ее победил, Саня. Ну ты один. Я ее тоже это. Лифу. Так, вопросы мутантов, мясная приманка, забирай ее. Я уже все забрал, ее. Да. Знаешь, она мне нужна, она мертвая. Может, пойти крикуна завалить, а? Так, подожди, что началось-то? Пойти, может быть, крикуна завалить, а? Попробовать. Да ну зачем? Да, у нас все равно тут зона безопасная рядышком. Вон крикун под нами как раз. Там еще один есть. Нам же нужны эти трофеи всякие разные. Ой, я его завалил. Так. О-о-о-о! Да блин, опять, сука, зомби, твою мать, пошел сюда. Говнарь тупорылый. Меня распиндосит. Бонус нашего времени. Этим крикунам нужно подходить сзади, подползать как так, да? И убивать их, когда... Ну так-то я его завалил. Могу ли теперь я зомби хотя бы забрать? Да мне зомби там один помешал.
Который, паскуда, меня схватил. Свалил отсюда. Кто здесь? Ой, плохо дело. Что? Что такое? А? У меня оружие, по-моему, сломалось. Пошли, да и это какие там? Только... Да нет, значит, нормально. Погоня закрылась. Крахил. Я тут побегаю и убиваю этого. Не, ну, капец какой-то. Что, слышишь? Я там крикуна завалил. А трофей забрать не забрал. Теперь вообще не представляю, где он там. Я же его где-то здесь завалил, да? Прямо вот где-то здесь, похоже, я его... Вон он, да, трофей. Я вижу трофей. Это же трофей, да? А, да, это трофей. Да, я редкий трофей забрал, отлично. Мой трофей, пошли нафиг. Да ушел отсюда, блин. О, тё-тё-тё-тё-тё-тё. Успокоились все быстро. Блин, сейчас заорёт. Саня, он заорал. А-а-а, нахер надо. Нам не надо бежать в безопасную зону куда-нибудь. О-о-о. Что происходит-то, а? Да беги, Лола, беги. Можно вот здесь это... Беги! Повали. О, есть. Пошел отсюда. Не закончилось, все. Там еще вот эта скотина эта. Закончилось, погоня началась. Да я трофей возьму, алло. Может, на атаку нельзя заблокировать? Используйтесь уклонением. Атаку, да? Ай, я ж говорил. Скотина прибежала. Вообще все ломает. А здесь какая-то жесть творится вообще полная. Нам бы это, добраться до этого. Безопасная зона. Кстати, здесь можем поспать до утра. Бегуны, блин, такие. О! Здесь это самое. А, это вот та самая, которую я не добил. Все, я, по-моему, добил ее. Или не ее добил. Да вроде убил. А может, не убил. Все, давай. Все, давай, давай, пошли. Пошли. Драгоценность, редкий трофей. Да, редкий трофей зараженного. Вот. Добил я ее наконец-то. Вот она. Можешь прийти забрать, да. Давай сейчас. Вот здесь она, вот она. Вот здесь. Так уже светает. Смысл уже спать. Смысла спать-то уже нет, уже светает. Давай потихонечку направляться на базар. А, пошли. Всю ночь это развлекались. Ну, ну да. Ну считай, неплохо, мы... Парочку трофеев добыли. Сейчас кто там так орёт? Сейчас я улучшаю все буду. Все. Да, сейчас немножко подулучшим что-нибудь. Кстати, сейчас я это посмотрю.
то посмотришь. Эй, да просто-напросто я хотел. Бонус ночного времени дали. Неплохо. Да я просто-напросто хотел это. Бонус дали, очко не дали. Что за дела? Так, тихо. Где? А, так мы здесь были уже. Понятно, надо просто пробежаться, да и все. Вон крик, вон крикун еще есть. А что тут делаешь? Он что, не понял, что утро настало? Эй! Чего он там орёт? Блин. О! Роспись! Я роспись нашел. Искусственный коллекционный предмет. 60-е года. Чё, там помощь нужна? Да и эти Ой. Чудики там появились, блин, как не знаю. Ага. Слышу. Кстати, там можно эти взять. Можем взять попробовать? Не, лучше не стоит. Уж пошли это. Ладно, хрен на них. Да, пошли сдавать задание, посмотрим, что нам дадут. Заодно можем подулучшить что-нибудь. Кому там плохо? Ну ничего так, неплохо. Веселая ножка была так-то, да? О! Забори, подхилься. Зомбари, да. Подожди, подожди. Тут же это, ромашки и всякие. Ветряк вишни? Нет, ну у нас, похоже, не хватит нам с тобой этого. Выносливости. Да отстань ты от меня, блин. Кусака. Твою мака. А? Собака такая. Кто-то попробуй меня схватить за шиворот, падла. Нормально. О, кому-то не повезло. Так, вот это надо обязательно собрать. Вот эти вот все грибочки. Ромашечка. Пчелки с медом. Меды с пчелками. Все, надо это забрать. Для здоровья полезно. Гангрену брать не будем. Ну, вроде все. Вроде бы все забрал. Что ж, хорошо. Осталось 200 метров до... Базара до церкви. Это еще что такое? Рядом контейнер с ингибиторами. Ты кого сбиваешь, дурень? Я вне игры, чувак. Как это ты вне игры? Ты кого сбивал только что? О, очко навыка паркур я заработал. А ты заработал? А, во-во-во, кстати, вот сюда вот заскочить надо. Здесь контейнер с ингибиторами где-то рядом, кстати. Да-да-да, вот я туда и... 15 метров осталось. Туда я 8 и... метров, ага. Так. Осталось теперь уже 12 метров. Так, это растет. Ни хрена не вижу. О! Открыть надо. Так, я параллельно не знаю, кстати. Ты что там сломал? А. Грибы какие-то. Починить. О! Записка! Код от сейфа. Ну-ка, что тут за записка такая? Коллекция. Код от сейфа. Записка с кодом, что там? От сейфа 101. И чё?
101? Что это за код такое? Ну-ка, это что? Назад 80-е. Искусственный галлюционный предмет. Жизнь проста. Но бывает, путаешься в неприятности, приходится искать карандаш. А, понятно. Ну, это граффити, да. Что там? Код 101? А, ты уже открыл? Ну что ж, отлично. Так, ну что, будем давай возвращаться, давай? Да, пошли. Ночка была веселая. Рядом контейнер с ингибиторами. А? Рядом контейнер с ингибиторами. 28 метров до них. Это лаборатория. Дебил, блядь. Че они там? Отходил, бац, улетел, блядь. Да. Да, но они же дурачки. Так, вот вот здесь это нужно открыть что-нибудь. Ты ж Сань. Да. Так это ж ночное задание или нет? Нет. Нет? Я имею в виду это. А, да-да-да. Ну-ка, все отсюда быстро сдриснули. Надо ворота закрыть. А мы здесь... Мы здесь не были, да? Или были? Мы здесь? У меня ничего нет нового. Да мы были здесь, по-моему, да? Да. А эти точки. Так. Тут еще народ прибежал. Давай, полезли. Полезли. Надеюсь, хватит нам выносливости залезть. Ну давай, 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 давай. Еле как хватило, представляешь? Я залез. Подхилюсь. Вон прям по курку торгаешь. О! Да. И там это задание будет взять это. Уроки в разгаре. Никаких экскурсий. Торговать. Этот интеллигентный юноша нам поможет. Давай возьмем. Я улучшу кое-что. Улучшай. Так, торгаш, что нам нужно сделать? Улучшить. Блин, я что, получается, могу только одно улучшение сделать? Так, плюс 4% урона или... Нет, я лучше вот это улучшу, да. Потрясающе. А что у меня... Кстати, продать. Не, подожди. Так, модификация оружия, основа. Рукоять, основа и этот... Модификация оружия, рукоять. Ужесточение утяжеляет ваше оружие, увеличивает его урон. Плюс 4. Так, основа это в смысле что? Там у каждого оружия есть, ну или не у каждого, там есть рукоять, основа и навершие. Вот. Я это понятно. Так, вверх. Нет, я тебя туда не веду. А, ну да, это наверное. Сань, тут кассета лежит здесь. Этот интеллигентный юноша нам поможет. Так, это у нас модификация этого. Навершие основа. Может, им не хватает какой-то цели? На навершие я... Смотри, вот ты вот это вот... Навершие яд. Представляешь, сколько восхитительных штук. То есть, смотри, то есть, навершие, ты говоришь, да, это будет электричество, а то, что я говорю, основа, оно ядовитым, ну,
травить будет. Модификация навершия. Так. Навершие есть, есть древко. Модификация. Хотя навершие можно взять, да. Яд. И также навершие есть пламя. Кстати, я возьму, наверное, пламя, да. Пламя возьму и яд. Блин, необычный трофей. Огненные стрелы, меня, нет. Мне 4. Нет, Сава, я тебя тогда не победил. Уроки в разгаре, штук. Никаких экскурсий. 4. Хорошо, я куплю все. Чертежи буду все покупать. Необычные это. Есть? Кого? 4 необычных трофея. 4 штуки есть. Возвращайся как-нибудь. А я улучшил уже этот... А, тогда вон, тогда пошли это. Нам сюда. Нам сюда бежать. Пошли, Сань. Ау. Так. В общем, я потратил все свое золото на чертежи, которые были. Я понял тебя. Мне осталось там... Пошли, Сон. Че, куда? Тот сундук. Так, здесь кому-то помощь нужна была. Ну ладно, это потом. Давай сейчас добежим все-таки до базара, сдадим задание и посмотрим, что о-о там будет. Я сад пойду покурю. Все, мы наконец-то вернулись домой. Подожди. А, только что посмотреть, что он да может. А, кстати, продать же можно всякие эти вещи. От людей восстановление. Шейная гетра. А на мне что? А, на мне вот этот пылевой фильтр, получается, бойца, да? А, ну сейчас оружие всякое попродавать. Так. Ну, мне вот это, да, вот это продадим. Фу, так дешево все покупает. Ну, вообще просто, не знаю, там. Чё так, так дешево, чувак, покупаешь? Ты чё? Такие вещи тебе продаются, ну, хорошие. Покупает так дешево прям. Ресурсы разные. Разное все можно продавать. Ну, да. Главное не перепутать, не ресурсы все продавать, а разные. А то может так обломаться, что просто получится смешно, блин. Почему ты не сделал все сам? Потому что я попросил тебя. Что я теперь скажу своей матери? Так. А, вот, я же хотел оружие продавать некоторое, точно. Так, вот эту штуку. Если уже первого уровня, ну нафиг это все продать. Того барахла можно столько понаходить, что будет. О! Вот это можно ставить. Так, вот это что такое? 150, вот, вот это, он, вот у него ужесточен, ужесточение. То есть повышает урон. Че, у кого? А, так я уже купил. Я уже купил все эти чертежи. И у кого? Тебе нравится? Причем увиденное, все, да? Так, ну, те, которые там были, да, вот. Уже все взял. Все, чертежи пока я здесь не наблюдаю. Доволен покупками. Доволен покупками, да. Купить. О, что можно купить? Сарафан. Ничего пока покупать не буду. Так, ну что, пойдем сдадим задание, наверное. Подожди. Сейчас попродаю всю фигню. О, вот у меня денег. Да, вот, денег-то пока мало. А вот усиление выносли. Не проходи, осмотрись и выбирай. Так, а теперь... Да, усиление выносливость пока, я думаю. Я вам прокачал одну... себе это. А, кстати, я ж могу. У меня же очки паркура появились. Теперь я приземление с перекатом себе возьму. Теперь я понимаю, что это вещь хорошая должна быть. Да.
Так. Ну что, пойдем сдадим задание. Тогда сейчас я это ничего продам. Я уже, похоже, все продал. Не знаю. Ничего полезного уже. Это что? А, кстати, да. Где мой, где мой молоток? Искусный длинный топор. Мне нужен. Так, прочности мало. Секач можно вообще продать нафиг. Так, ну чё, пошли, пошли сдать. Давай сдадим. Что происходит? Муж Бэбин умер. Ё-моё. Джулиан был обвинен в том, что отравил воду и продал ему. Эйден, прошу, скажи им, что это не я. Вода была отравлена, да. Джулиан невиновен. Зараженный упал в чан поставщика воды. И он спьяну продал Джулиану зараженную воду. Это не было убийством. Готов поклясться перед советом базара? Да. Где этот поставщик? Его нужно судить. Марка мертв. Я убил его. Тогда я закончил. Все хорошо, я тебя прощаю. Этот козел Марка получил по заслугам. Спасибо, Эйден. Половина муки твоя. Ну ты тоже не чист, говнарь. Что? Нет. Кто такое сказал? Ну да, один раз. Один раз. Ставь себе гипс. Заплати мне, и мы в расчете. Хорошо. Расскажу, Бэбин. 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 Угу. Поднимаем бокалы. Бой. Паркур 200... О, вонючая труба. Он дал вонючую трубу. Армейская аптечка плюс один. Шикардос. Ну что ж, на этом будем завершать нашу серию. Всем приятного просмотра. Оставляйте обязательно ваши комментарии. Всем счастья, здоровья, любви. Берегите себя, ваших близких. Всем пока-пока. До следующей серии. Так чё, Саня-то?